Приветствую! В этом видео я буду хвалиться и подводить итоги 2023 года. С вами Лилия Донскова, я партнер компании Siberian Wellness. Я всего в компании один год. Я и моя команда за этот год совершили очень крутой прорыв. Итак, поехали! В январе мы стартовали и заработали за первый месяц 426 тысяч рублей на всю команду, и мы стали командой бизнес-профи, то есть это первый серьезный ранг по карьерной лестнице. На этом уровне товарооборот команды примерно 800 тысяч рублей. И мы пошли по быстрому старту, мне заплатили еще дополнительно 80 тысяч премию, и я уже могу стать участником автопроекта. И, конечно, на этом уровне получаем квалификационную награду – поездка на производство в Новосибирск на 3 дня. Но об этом чуть позже. Второй месяц, февраль, мы еще подросли, заработали уже почти 700 тысяч рублей. И я поехала на первую встречу в Москву, чтобы познакомиться с командой, познакомиться с партнерами, посмотреть, как все организовано. И мне очень понравилось. Я сразу почувствовала себя дома, я в семье. А в марте мы уже стали участниками автопроекта и забрали из салона новенький автомобиль Амода. И это еще не все. Посмотрите, как вырос чек нашей команды. Мы уже заработали больше 1 000 000 рублей за один месяц. Следующий месяц. Кстати, да, по автопроекту многие спрашивают про эту программу, а сколько выплачивают. Смотрите, мне начали выплачивать в апреле, и за эти месяца с апреля по декабрь включительно 2023 года мне выплатили почти 1 000 000 рублей без маленького хвостика. Далее, 4-й месяц работы, мы растем и открываем следующий ранг по карьерной лестнице, это бизнес-лидер, выросла первая профи-ветка, и мы заработали 1 366 000. Что такое бизнес-лидер? Товарооборот команды 40 тысяч баллов, то есть умножаем на 40 рублей, примерно получается 1 600 000 товарооборот, правильно? Угу. Одна профи-ветка 800 тысяч, 800, да, 1600, 1 600 000 товарооборот. Групповые баллы мы видим 40 тысяч баллов. Доход в месяц средний на этом уровне у партнера от 105 тысяч. У меня было гораздо больше, точную цифру уже не помню. И мы продолжаем идти дальше по быстрому старту. Следующий месяц, 5-й, полет нормальный, да, и мне дарит вышестоящий наставник путешествия в Узбекистан. И доход команды уже составляет 1 668 000, почти 1 670 000. Итак, 8 дней в Узбекистане, в восточной сказке. Это было что-то невообразимое, просто самое шикарное мое путешествие в жизни. И я хочу еще, мы хотим расти, и в команде все больше и больше активных партнеров. На 6-й месяц мы уже заработали почти 2 миллиона, вот прям чуть-чуть не хватило, и меня приглашают выступить на стрим, в стриме на официальной площадке компании Siberian Wellness YouTube. Я рассказываю свой опыт, свою историю прихода в компанию. Следующий месяц, 7-й месяц работы, мы зарабатываем тоже практически 2 миллиона, да, но цифры чуть-чуть могут двигаться, и я лечу в Новосибирск на производство. Это было что-то невероятное. Ребят, это такое классное путешествие, я даже не ожидала. Мы были в логистическом центре, мы были на производстве, нам показывали весь процесс производства от и до, как создаются капсулки, как засыпается в них травки, да, содержимое, как все это упаковывается и как мы уже это получаем, да, потом в коробках. Мы были на производстве, у нас было обучение и у нас была шикарная вечеринка, и 3 дня пролетели вот просто как в сказке. Я вам всем рекомендую и желаю, чтобы вы выполнили эту квалификацию бизнес-профи и поехали в Новосибирск. 8-й месяц, команда растет, мы с Михаилом уехали в путешествие на машинах с друзьями, это была Грузия, Армения, и за 2023 год я всего была 8 раз в путешествиях, то есть в разных местах, 2 раза за границей, и остальные путешествия по России, это и Питер, Москва, и маленькие города, то есть мы очень классно попутешествовали. Доход команды также держится, да, в рамках 2 миллионов за август. На 9-й месяц мы продолжаем расти, набираем силу и мощь, подрастают партнеры, и мы готовимся лететь в Санкт-Петербург на день рождения компании, 27-летие компании Siberian Wellness. И представляете, что мы на 10-й месяц
перевалили за 2 миллиона. Это был октябрь, и мы встретились с командой. Из моей команды прилетели 11 человек на эту встречу. Это было что-то невероятное. А всего из нашей большой команды «Включатель» прилетело более 100 человек. Это было очень интересно. Мы много общались, много встреч, много классных фотографий. Такой потрясающий просто движ. И на 11 месте мы уже готовимся сделать мощный прорыв и в декабре взять следующий ранг «Сапфир». Естественно, я волнуюсь, я переживаю, получится, не получится, потому что время поджимает, тем более новогодние праздники. Но мы работаем. И в ноябре мы заработали уже почти 2 миллиона 200 тысяч. Поехали дальше. В ноябре нас с партнерами также пригласили выступить на официальном YouTube-канале. И мои звездочки Марина Каток и Наталья Бастаногова выступали, делились своим опытом, рассказывали свои ощущения от работы в компании. Вы можете посмотреть это видео на официальном канале компании. Мы мечтаем стать сапфировой командой. Что же это значит? Нужно три профи-ветки, то есть три веточки, в которых товарооборот 20 тысяч баллов или 800 тысяч рублей. А общий товарооборот команды должен быть от 100 тысяч баллов. Помимо этих профи-веточек, да, должно быть еще 60, ой, то есть 40, то есть в сумме 100. И что мы получаем на этом уровне, учитывая, что идем по быстрому старту? Мы получаем средний доход 165-200 тысяч в месяц, это я, да, также квалификационная награда 800 тысяч на улучшение жилищных условий, это то, что ждет впереди, ну, естественно, значок, и бонус 250 тысяч, если выполнить условия и по быстрому старту выполнить эту квалификацию, и на 12 месяц мы это сделали. То есть к Новому году под бой курантов закрывались новые ветки, закрывались новые ранги. Мы заработали более 2 миллионов 400 тысяч рублей за декабрь месяц. Я очень горжусь своей командой. У меня просто невероятные партнеры. У нас в команде столько энергии, столько, вы знаете, мечт, которые окрыляют, мы друг друга заряжаем. И за счет этого идет такой быстрый рост. То есть это система, четкие знания, четкая система работы и сопровождения новичка и желания, мечты, которые нас окрыляют. Итак, что же получилось? За год работы в компании Siberian Wellness мы стали сапфировой командой и заработали почти 20 миллионов рублей. Из них около 4 миллионов – это мой личный чек. Представляете, стоило ради этого начинать? Конечно, ребята. Да, результат может быть не такой сильный, да, если вы начнете, но он все равно будет крутой, потому что мои партнеры зарабатывают. Тот, кто делает, тот, кто идет по системе, у всех есть классный результат. За год моя команда достигла очень крутых и мощных результатов. Давайте посмотрим в цифрах. Итак, на ранг «Бизнес Тим 1000» вышло 75 партнеров. Это значит, что организован товарооборот 40 тысяч рублей и доход примерно от 10 тысяч. На ранг «Бизнес Тим 2500» вышло 24 человека, товарооборот от 100 тысяч и доход от 18 и выше. На ранг «Бизнес Тим 5000» вышло 10 человек и товарооборот организован 200 тысяч, доход от 25 и выше. 5 человек вышли на ранг «Бизнес Тим 10 тысяч», товарооборот от 400 тысяч, доход от 45 тысяч рублей. Кстати, многие на этих рангах зарабатывают в 2-3 раза больше. Поэтому эта цифра очень примерная, все зависит от построения структуры. И на ранг «Бизнес Тим», «Бизнес-профи» вышло 3 человека, это организован товарооборот от 800 тысяч и доход от 70 тысяч рублей. Как я говорю, у меня две ветки блатные, это моя семья, и одна ветка партнерская Наталья Бастаногова. По итогам года, сейчас, вот в декабре, было 629 активных партнеров. Что значит активный партнер? Это может быть партнер с заказом на 1 балл, и на 1000 баллов, то есть да, любой заказ это считается активный партнер или клиент. Общий товарооборот за декабрь мы организовали 4 миллиона 680 тысяч рублей. Всего 629 человек сделали такой огромный товарооборот. Почему я это показываю? Чтобы вы понимали, что здесь очень легко организовывать товарообороты.
Очень просто. Любой человек практически приходит даже без опыта работы в сетевом, без знаний маркетинга, без навыков продаж, без каких-то экспертностей и компетенций, легко начинает работать, кто берет систему и повторяет технологию, которую мы даем в нашем классном обучении. Итак, наша ближайшая цель — стать рубиновой командой также по быстрому старту, то есть это еще полгода нам дается, чтобы выросло две ветки. Что это значит? Это значит, что товарооборот всей команды будет 200 тысяч баллов, то есть прирост нам нужно сделать такой масштабный. 5 веточек бизнес-профи, средний доход в месяц вы видите, и квалификационная награда 4 миллиона рублей, плюс 500 тысяч – это бонус по быстрому старту. То есть суммы такие прям приятные, вот очень приятные, и дополнительные плюшки. И сейчас я вас хочу познакомить с моей командой, чтобы вы увидели, кто эти люди. Да, это абсолютно простые люди, мамочки в декрете, Мария Асанова. И вот вы видите, да, если человек повторяется, значит, что был на ранге. 2500, 5000 пропустили, может, где-то будет, да? То есть мы видим ранги, вот тут вот, бизнес-тим, один человек за год может пройти много-много рангов. Например, Наталья Бестоногова 1000, 2500, 5, 10 и профи. То есть это вот такой идет рост. Очень много партнеров, которые пришли просто попробовать продукт, пришли просто познакомиться с компанией, посмотреть, понаблюдать, как вы знаете, примерить на себя, подойдет, не подойдет. Например, Марина Каток из Беларуси, мой ключевой партнер. Посмотрите, какой был рост. Да? Начинаем с малого, пришли попробовать осмотреться. И сейчас это партнер бизнес-тим 10 тысяч, без 5 минут профи-ветка. Очень горжусь своими партнерами. Есть партнеры из Беларуси, из других стран. То есть у нас компания работает в 65 странах по всему миру. Многие люди пришли уже с опытом в сетевом, кто-то без опыта. И вы знаете, не имеет значения. Главное — это желание и время, потому что время нужно для того, чтобы стартовать, для того, чтобы разобраться. Смотрите, Александра Шарапова в декабре тоже вышла на ранг «Бизнес-тим 10 тысяч». Очень много ярких партнеров. Это и парикмахеры, педагоги, музыканты, вот как Светлана Умеренкова. Это люди, которые хотят просто другого уровня жизни. Смотрите, две сестры — Альбина Сираева и Дина Подкорытова. Две сестренки, которые решили вместе развивать этот бизнес. Татьяна Перминова пришла просто попробовать продукт, уже выгоревший сетевик, уже не верила, что у нее когда-то что-то получится. Но мы видим, что рост идет. Бизнес-тим 5000 это уже серьезный доход. Посмотрите, да, примерно 25-30 тысяч на этом уровне. Это доход, у многих людей такой доход на основной работе. С утра до вечера нужно работать. А здесь дополнительный доход. Мария Дербенева, мама двоих и беременна третьим. Воспитывать детишек одна в данной ситуации. Многие бы сказали, это нереально, но это факт. За 2 месяца Мария вышла на уровень бизнес-тим 5000 и заработала в декабре 60 тысяч рублей. Представляете, да, здесь средний доход, но я говорила, иногда он бывает в 2 раза больше. Ее партнер однофамилец, педагог. Педагог живет в маленьком населенном пункте. Посмотрите, и это возможно везде, где бы человек не находился, потому что мы работаем онлайн, мы работаем удаленно. У нас в команде много медиков, например, Екатерина Шалагинова, Лариса Тайманова, педагог, Анаргуль, Юлия Ерчонок, мама 4 детей, Надежда Авилова, мама 3 детей, да, педагог по английскому Надежда Гришко. Я даже всех, конечно, не знаю, кто чем занимается, потому что команда огромная и очень много рангов уже в глубине. Елена у нас начала изучать гимнастику, она стала тренером по гимнастике и преподает, и заодно помогает людям стать здоровее с помощью компании Siberian Wellness. Юлия Буряк. Мы скоро увидимся с Юлей Буряк, с Юлей Загоруйко, с Татьяной Перминовой. Я лечу в Новосибирск, и мы там все вместе встретимся. Юля начала быстро расти, и подключилась ее дочка Виктория. То есть это может быть абсолютно спокойно семейный бизнес. Казахстан, Яника Уточенко.
Снежана, Екатерина. У Екатерины ребенок такой особенный, девочку нельзя оставлять одну, и поэтому для Кати самый лучший выход – это работать дома, подрабатывать себе на маленькие радости. Дина – наш творческий, как я говорю, человек, и помогает нам делать красивые картинки, презентации. Любовь – нутрициолог, да, все разные абсолютно. Все дороги мне, все любимые, я каждый горжусь. Например, Наталья была со мной в Oriflame долгие годы. И не было никакого результата вообще. А пришла сюда, и начало получаться. У Натальи уже первый партнер появился на уровне бизнес-тим 1000 тоже. Варя наша дорогая, Марина Степовая, Лариса, все мне дорогие, Марина, Оксаночка Китаева, Алена Климова, Нелли Хачатурян, Айжан Звонкова, Елена Ульянцева, Татьяна Гриченко, Майоренко Елена, Заболоцких Татьяна, Мария Лиликина, красавица, Альбина Махмутова. Вот Мария Асанова у нас потерялась. Мария фармацевт. И в течение года вышла, да, покорила 4 ранга, при том, что она совмещала работу, воспитание малыша, то есть у нее прям вот, ну, ребенок, да, маленький совсем, не в садике. И она успела еще и создать свой бизнес. Представляете, как это круто. Тоже фармацевт Людмила Сухарева, Олечка, мама троих деток, Колупов Галина, наша просто звезда, она ведет невероятно круто свой чат и вышла на 2 ранга сразу, при том, что она специально ничего не делает, просто ведет свой клиентский чат, wellness-клуб. Альбина, Катя, Юлия Шмулян, Спешилова Татьяна, Холопова Наталья, Добрынина Наталья, Оброскина Наталья, Любовь Бурнакова, наш чемпион. За месяц она сделала просто такой крутой результат, мы все очень гордимся. Юлия Старостина, одна из первых, кто пришел поддержать меня, когда я пришла в компанию абсолютно без опыта, без страха, без поддержки. И тут приходит Юля и сразу, ух, как ракета, выходит на ранг бизнес-тим 1000. Я очень горжусь поддержкой моих партнеров. Юлия Торгашова, нутрициолог, Юлия Бабешкина, просто безумно любит продукцию и хочет быть здоровой, чтобы была здорова сама и ее дети и семья. Светлана Чернышова, Галина Тарадаха, Мария Вельчковская, наша невероятная девушка, которая преподает женские практики и при этом помогает людям становиться здоровее. И Олеся Минакова, наш тоже чемпион, за месяц рванула и сделала новый классный ранг. Итак, я вам показала немножечко, что произошло за этот год. И честное слово, мы только учились, разминались, изучали продукцию, изучали систему. Мы даже еще до конца не знаем многие маркетинг-планы, но тем не менее мы растем, и нам ничего не мешает развиваться. И я вам специально показала эту картинку. Это такой вот первый путь, который хочется пройти мне уже как минимум в этом году, в 2024 году. Я себе нарисовала такую картинку, да, минимум сделать платинум бизнес-лидер квалификации и даже заглядываясь на глобал бизнес-лидер. Это уже следующий ранг, более такой серьезный и масштабный. Что я вам хочу сказать, дорогие мои друзья. Если вы думаете, что было бы интересно попробовать, что где-то внутри у вас зажегся огонечек маленькой надежды, что а вдруг здесь и сейчас наконец начнет получаться, хотя бы зарабатывать чуть-чуть 10, 15, 20, 30 тысяч, а там, глядишь, может быть и больше, то самое время принять решение и стартануть вместе с нами, с нашей командой, с нашей поддержкой, с нашей энергией встать на крыло и лететь вверх. Ссылка на регистрацию в команду будет прямо в описании под этим видео. Заходите в команду. Welcome! Добро пожаловать!